Ребята, я перед началом моего видеоролика я бы хотел проверить вашу реакцию, успеете ли вы за 5 секунд поставить лайк на этот ролик и также подписаться на мой канал. Если вы это успеете сделать за 5 секунд, то вся эта неделя у вас пройдет просто офигенно. Желаю вам удачи, у вас всего 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. И, кстати, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, есть у вас домашние животные. Вот у меня есть куры, собака, кошка и т.д. и т.п. И напишите, как их зовут, потому что мне реально очень интересно. И, кстати, ролик получился очень топовым. Пожалуйста, досмотрите его от начала до конца. Я вам желаю приятного просмотра. Поехали! Друзья, перед началом просмотра данного видеоролика хочу вам посоветовать свой сервер Really World. На сервере большой онлайн, добрая администрация множества разных мини-игр, таких как Murder Mystery Bed Wars и многие другие. При заходе в игру вы сразу получаете VIP. Также на сервере нет обмана на донат. Кстати, первые 5 человек, которые купят хозяина на моем сервере, получат также в подарок мою программу. Если вы захотите бесплатно получить привилегии, то в описании я оставлю для вас пару плюшек. Версия сервера от 1.8, IP будет в описании, заходите, всех жду. И кстати, вскоре будет мини-сходочка с моими подписчиками, приходите обязательно, а мы приступаем к моему видеоролику. Хей, йоу, друзья, с вами я, Домер, и сегодня, друзья, мы вместе с вами как раз таки будем наказывать гриферов на моем сервере, и благодаря вашим жалобам в группе ВКонтакте, гриферов реально найти очень легко и просто. Огромное вам, друзья, спасибо за то, что вы пишете свои жалобы в группе ВКонтакте сервера. И, кстати, друзья, хотел вам сказать, что все, кто зайдут на мой сервер в течение этой недели, получат бесплатно випку на моем сервере. Это реально очень круто, там у вас есть всякие шняжечки и т.д. и т.п. Ну а если вы хотите получить донатик какой-нибудь покруче и т.д. и т.п., то вам, друзья, всего лишь нужно прописать команду LAS. Вот такая вот команда, это лазуритная удача. Вы здесь можете реально вот просто на рандом открывать лазуритную удачу, и здесь вам может выпасть любой донат от випки и до хозяина. Как по мне, это реально очень круто. И, кстати, друзья, скажу вам по секрету. Этот игрок сейчас как раз-таки на сервере. Я не знаю, это мальчик, либо же девочка. Но у этого игрока как раз-таки никнейм Карина Стримерша. Ну, окей, ладно, хорошо. В принципе, меня это не смущает. Меня смущает только одно. То, что этот игрок как раз-таки берет просто-навсего, телепортирует к себе простых игроков, допустим, новичков, и просто-навсего убивает их. То есть пользуется как раз-таки своими полномочиями. У нее, если не ошибаюсь, либо же у него, есть как раз-таки привилегия админ. Админ. Это как мне, ну нечестно со стороны этого игрока как раз-таки. В общем, друзья, давайте я сейчас как раз-таки начну с ней диалог. И к вам как раз-таки уже... Не вернусь. А, да, кстати, хотел сказать, друзья, что... Первый, точнее, 10 чуваков абсолютно рандомных, которые угадают, какого цвета у меня вот эти вот глазки, те получат бесплатный донат на моем сервере. Если что, буду выдавать я как раз-таки это на стриме. И, честно говоря, под прошлым видеороликом угадало всего ровно 7 человек. И даже 10 не набралось. Так что, друзья, желаю вам удачи. Сейчас, короче говоря, я вот как только спешусь с этой девочкой уже... тогда и продолжу, в принципе. В общем, ребят, я уже как раз-таки списался с данным игроком, я ей написал приветик, и она мне написала... Привет! И, друзья, давайте сейчас ей сразу скажем, чего мы от нее хотим, и посмотрим на ее дальнейшие действия. Давайте сейчас ей напишем: Карина Стримерша, сможешь меня приютить, с меня ресы... И броня бога. Ну, в принципе, ресурсы это как бы есть, типа, броня бога. И теперь я просто реально надеюсь на то, что она будет мне довольно-таки быстро отвечать. Это прям... ну, пожалуйста. В общем, ага, смотрите, что нам написала, друзья. Окей, давай. Давай сейчас спросим, можно ли к ней телепортироваться. Карина Стримерша, можно ли к тебе ТП? И ты, кстати... Кстати, не грифер, потому что мне реально прям, ну, интересно, что же она на этом не ответит. Потому что на нее было реально прям, ну, дохрена жалоб. Она просто берет, телепортирует игроков и убивает. Это меня, честно говоря, ну, убивало. Вот реально. Смотри, что она написала, друзья. Окей, ты пока мне. Я не гриферша, я честный игрок. Она говорит, что она честный игрок. Ну, в принципе, давайте сейчас к ней телепортируемся, ТПА. Ее никнейм Карина Стримерша.
И мне интересно, чё она будет мне дальше говорить? Я уже думаю, я упал, в принципе. И, блин, у нее здесь капец как темно. Здесь какой-то еще чувачок, рандомчик 228. Это ведь мой никнейм, в котором я, ребята, раньше записывал. Это я помню. И давайте сейчас как раз таки ей напишем. В общем. Тебе ресы... Нет, давайте узнаем. Давайте просто напишу, прописывай. И посмотрим, что она мне как раз таки напишет. Потому что мне реально капец как... Ну, очень интересно, друзья, отвечаю. Будем ждать того момента, когда она нас уже, в принципе, убьет. Так. Ну, в принципе, что-то пишет. Смотри, что нам, друзья, написала. Только давай ты броню отдашь мне. Давайте я сейчас спрошу. Напишу. Давай. Да, после того, как ты меня приютишь. И посмотрим, что она дальше на это ответит. Потому что мне реально капец как интересно, друзья. Тут еще какой-то чувачок летает. Меня это реально смущает, потому что у нее админка. Я не знаю, может это ее, честно говоря, друзья. Я просто хз. Вот я вам отвечаю. У нее тут еще собачка. Пельмень. В общем, друзья, ждем, пока она нам что-то напечатает. Если она будет долго печатать, я буду, друзья, просто ставить на паузу. Смотрите, что она мне написала. Давай ты снимешь броню, потом приючу. Давайте узнаем. Это обязательно. Обязательно. И теперь ждем, пока она мне, в принципе, ответит. Да, как бы. Она сказала, что это прям мега обязательно. И давайте я сейчас, друзья, как раз вот сниму броню. Так, и она, по-моему, если не ошибаюсь, написала, типа, ты снимешь броню, потом приючу. Ты точно не грифер, давайте у нее как раз и узнаем. Тут, блин, админы, они просто берут и стреляют с фаербом. Я не знаю, может их всех нахрен на спаун сейчас телепортирую, пока она там будет печатать. Раз, потом тут еще кто-то есть за окошечко. Это у нас Алинзхан. Смотри, что она написала. Точно, иди за мной. Мне уже, честно говоря, друзья, реально страшно. Вот меня это капец как смущает. Она написала, иди за мной. Окей. Так, и что, в принципе, делать дальше? Я как без брони, если мне отсюда прыгать, то это... встань... Ага, смотри, что она написала, друзья. Встань сюда. Ага, то есть, получается, нам, друзья... Ну, окей, мы, в принципе, встали сюда, где она и стояла. Окей, хорошо. Ну, в принципе, я не удивлен, но у меня, друзья, осталось половина сердечка. И, блин, она меня, к сожалению, убила. И давайте ей сейчас напишем. Зачем ты меня убила? Ты же не гриферша. Просто. Мне реально капец как интересно. И давай сейчас просто напишем бэк. И вернемся опять же на эту локацию. Если что, с випа там можно уже как раз назад телепортироваться. И, кстати, друзья... если вы хотите со мной заснять какой-нибудь видеоролик, то есть озвучивать грифер, то вы можете купить донат князя, и, возможно, именно вас я как раз возьму. Смотри, что нам написала. Захотела. Прикинь, нуб. Честно говоря, она меня, считаю, уже оскорбила. Это нечестно. У меня была там реально довольно-таки жесткая броня, и это капец как кабина. У нее админка! Окей, ладно, хорошо. Давайте я сейчас напишу. Давай, ты вернешь мои ресурсы и сделаем вид, что ничего не было. Теперь ждем, пока она мне что-то на это как раз-таки ответит. Потому что мне капец как интересно, друзья. Вот, реально. Давайте я сейчас как раз-таки пропишу флай. А, смотри, что она написала уже, кстати, друзья. Мечтать не вредно. Говорит, что мечтать не вредно. Ну окей, давайте сейчас, в принципе, к ней залетим в домик. У нее, смотрите, дверь открыта. Здесь какой-то опять этот админ. Это же мой второй аккаунт. Как всегда, пароль же в описании оставил. Я его сейчас телепортируем. Так, окей, давайте. Сейчас я напишу. Привет. Не бей. Верни ресы и... все будет хорошо. Хорошо. За гриф тут дают бан. И тебе дадут. Теперь ждем, что она мне как раз таки на это и ответит, друзья. Смотри, что она мне написала как раз таки. А мне пофиг, понял?
ей, друзья, абсолютно все равно, ее это не смущает. И, честно говоря, мне это капец как не нравится. Вот, реально, давайте, знаете, что-то уже будем делать. Давайте ей сейчас что-нибудь напишу. Вот, давайте дадим ей, в принципе, второй шанс. Давай я тебе отдам остальные ресурсы, которые, которые у меня есть. Сейчас. Которые у меня есть, и ты меня приютишь. Ок. Теперь ждем, как раз таки, что она мне на это ответит. А я тем временем, друзья, как раз таки, давайте заново пропишу кит премиум. Кит премиум. Юм. Опля. Так, а теперь берем меч. Типа я дружелюбный, в кавычках. А, в общем, теперь ждем, что она как раз таки мне на это напишет. Я ее бить ни в коем случае не буду. Но домик, я думаю, я ей снесу. Ждем, пока она мне что-то напишет. Вот этот чувак, он создал просто новый аккаунт. ОДЕ. Сейчас и здесь его забаним. Смотри, что она мне написала. Окей, только давай мне все ресурсы, и я тебя честно приючу. Ну, окей, давайте, в принципе, ей дадим абсолютно все ресурсы, которые она сказала. Вот, держи, вот, все скидываю тебе. Можешь абсолютно это все забирать. Держи. И давайте напишу, теперь прописывай. Теперь прописывай. Надеюсь, друзья, что она реально пропишет меня и не будет убивать, как в прошлый раз. Потому что это будет реально, ну, капец, как обидно, честно говоря. Смотри, что она мне написала. Лох. И, блин, она меня бьет. Ну, она меня опять же таки убила. И, друзья, ей второй шанс. Давайте ей дам последний, третий шанс, потому что бог любит троицу, разумеется. И давайте сделаем так. Выбирай. Либо ты меня прописываешь, либо возвращаешь ресурс. Я надеюсь, друзья, что она меня не будет к себе телепортировать и просто-навсего убивать каждый раз, потому что это реально капец как не круто. У чувака здесь никнейм, номер украинский. Если чем, можете звонить. Ладно, шучу. А то бедного чувака вообще времени не будет. И давайте ждем, пока она мне что-то либо вообще напишет. Ой, надеюсь, долго ждать, честно говоря, не придется. Давайте сейчас пропишу, опять же, бэк. Опля. Смотри, что она мне написала, друзья. Парень, ты до сих пор не понял? Я тебя не собираюсь прописывать и не собираюсь отдавать ресурсы. Ну, то есть, как бы, это, друзья, и так уже, в принципе, понятно, что она прям, ну, 100% гриферс и рша. И давайте, знаете, как сделаем сейчас? Сейчас сделаем. В общем, друзья, давайте я сейчас напишу, просто дам, как бы, что-нибудь такое. Во, я придумаю, что я сейчас напишу. Хорошо. Жди бан. Потому что, блин, у нее админка, и вы представляете, она просто пользуется тем, что у нее есть как раз таки привилегия. И смотри, что она опять же написала. Орусь тебя, лох. Очень хорошо, что она меня хотя бы там не оскорбляет, но правда она меня оскорбила, блин. А этот Нео опять пиарец, ебан Нео 20, продажа АК. Просто буду уже так банить и... Так, давайте сейчас просто пропишу ваниш и пропишу как раз ГМ1 и просто снесу ей полностью, абсолютно домик, друзья. Слава богу, что она меня имеет, потому что у админов, если не ошибаюсь, там ваниш совсем другой, а вот у хозяина и князя там абсолютно другой ваниш. В общем, смотрите, как я сейчас предлагаю сделать. Я не знаю, есть ли у нее где-то здесь сундучки, потому что я честно говоря, ну не видел. А, во, я нашел, давайте сейчас их сломаем, только они, друзья, пустые. А не, смотрите, что из них выпало. Охренеть, сколько там ресурсов. И давайте сделаем, знаете как? Сейчас просто берем лаву и водичку. И просто начинаем добавлять в ее декоративный домик некоторые изменения. К сожалению, здесь стоит флаг, но я думаю, это можно, в принципе, абсолютно легко исправить. Она, смотрите, что написала, друзья. Что за бред? Я ничего писать не буду. Так, давайте сейчас сделаем эспехера лава 10. Тыдынь. И, в принципе, от её домика вообще ничего не осталось, друзья. Вы просто посмотрите, ну, согласитесь, этот дом реально намного круче. Давайте сейчас еще добавим водички с пахеры ватер. И давайте пятерик. Трынь. Вот теперь вот он намного красивее. Мне интересно, что она будет писать вообще. Посмотрите, что она мне написала, друзья. Бля, это ты делаешь? Что с домом у меня? Давайте я, знаете, как сделаю? Давайте я сейчас напишу.
В смысле? Я просто написал ЖБ на тебя. Я твой дом не трогал. Блин, я забыл. Давайте я сейчас напишу. Я твой дом не трогал. Мне реально капец как интересно, что она мне сейчас дальше напишет. И я думаю, после того, как она мне что-то напишет, я просто-навсего ей как раз-таки дам бан. Потому что это капец, друзья. Она просто берет и убивает игроков нечестным способом. То есть грейферит их. И в моем случае я просрал реально до хрена ресурсов. А если бы я их еще и долго добывал, то это было бы просто капец. Давайте сейчас добавим лавы 10. И смотрите, что она мне написала, друзья. Смотрите-ка. У меня, бля, какой-то жнец творится. Я знаю, блядь, что только ты это мог сделать. Она говорит, что это только мог сделать я. Ну, давайте сейчас сделаем. Сейчас просто напишу. Это был не я, и дам ей как раз-таки бан. Это был не я. И просто давайте ее забаним навсегда с причиной гриф. Все, отлично. Мы ее, друзья, забанили. В общем, друзья, пишите в комментариях, правильно ли я поступил, что забанил как раз-таки данную девочку. И, кстати, забыл сказать, что идею данной рубрики, ну, именно форматы, я взял у кореша. Если что, ссылочку на его канал я оставлю в описании. Так что можете зайти подписаться. Ну, именно формат анти-грифер-шоу. Так что, как-то вот так вот, надеюсь, он не обидится. В общем, друзья, на этом все. С вами был Домер. Подписывайтесь на канал. Я надеюсь, что вам понравился данный выпуск анти-грифер-шоу. Пишите в комментариях, опять же, таки, что делать с данной девочкой. И, кстати, я добавлю активных подписчиков, друзья, ВКонтакте. Вы там всего лишь лайкаете две фоточки, и вы, в принципе, друзья, уже в друзьях. Ну, логично, не правда ли? И, кстати, друзья, я что-то хотел сказать. А, во, вспомнил. Пишите в комментариях, какого цвета у меня глаза, и пишите обязательно свой ник на моем сервере. И тогда, если вы угадаете, то я вам, скорее всего, дам админку. Если что, у меня глаза не голубого цвета. И не серые. В общем, друзья, на этом все. С вами был Домер. Заходите на мой сервер. Да, заходите. IP-адрес сервера в описании.